Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас Castle Clash 2 New Dawn, и сегодня мы соберем топового героя нового. Я сейчас вам его покажу. Так, не туда зашли. Вот, сегодня я собрал Мэтч Маэстро. Такой вот герой. Сейчас мы его соберем, прокачаем немножко и потестируем. Как видите, силушка у меня уже лям 100. Быстрее набрал, чем даже думал. Ну, в принципе, у меня некоторые герои уже на максималке. Это два вот этих героя. Поехали. Вулкан. Вот так вот он. Смешной, конечно. Бум. Вот так вот он выглядит. Ну, по идее, очень жесткий. Посмотрим на него сейчас действие. Его можно получать с гильдейских магазинов. То есть, соответственно, я вам показывал в предыдущий раз, как донатить в гильдию и что там делать, чтобы получить этого героя. Давайте ему качнем левел немножко. Вот у нас получилось 17 уровень. Так, что по скиллу он делает? Вулкан, Тарскис, Робот, Интуэс, Принитек. 20 врагов бьет, но, в принципе, неплохо, очень массовый он. Так, пассивка. Ага, против зданий плюс 6%. То есть он больше на подземке будет, получается. Так, Dynamic Troops from the front of this. Ну, это против тяжеловесов. Ну, такое, видите, я думал все-таки, а он больше для зданий и для тяжелых юнитов. Да, увеличивает юнитов. Неплохо, в принципе, тоже. Increase construction speed. А, вот увеличивает максимальную, ну, скорость постройки. Ну, вот так вот, ребятушки. В принципе, нормально. Так, шапочка. Что там у меня шапочка просится? На новый скилл. Лучше качнуть. Крит рейтинг плюс 300. А тут у нас... Давайте этот и лапнем. 350к дает один герой, ребят. Это просто жесть. Так, окей. Ладно, с этим мы разобрались. Поехали посмотрим на этого нового героя в действии. Как он выглядит. Давайте в рейд сбегаем. Там его сейчас выпустим. Так, кого мы уберем? Давайте этого уберем. Поставим его. По сути, это бездонатный герой, то есть его могут все собирать. Ха. Интересная раста. Ну, хотя бы посмотрим, как он по зданию фигачит. Блин, а у него обалденный урон, я вам скажу, по зданию. Плюс 56%, это без прокачки. То есть он очень хорош будет на подземке. К сожалению, подземки у нас... Только до... Какой там? До 3.10. Дальше пока не открыты, к сожалению. Там тоже на подземках, кстати, осколки можно собирать. Так, у нас бонусация идет. Ну, давайте еще стандартный рейд сбегаем.
Так, окей, поехали. Ну, скорость атаки у него, как видите, очень медленная. Интересно посмотреть на его скилл сейчас. Ну вот это пойдет. Такой скилл на волнах будет реально тащить. Против юнитов на арене не знаю, но в принципе даже на арене будет тащить. В общем, интересный герой, но мне вот больше что-то мне кажется, он на волнах зайдет очень круто. Благодаря своей вертухе. Проверял, кстати, одну тему. Если бегать одним героем, и самое печальное, что он получает опыта точно так же, как и 5. То есть нету у них разделения, как, например, у нас в битве замков. Если герой у тебя один, то он получает весь опыт. Здесь такого нет. То есть он получает лимитированный опыт. Что один он будет, что они все. Будем мы выпускать их, не будем, в общем, как-то так. Я посмотрим на его вертуху еще разок. Ну, в принципе, нормальная тема, я вам скажу. На подземках и на этих реально круто смотрится будет. Будет шатать юнитов. Так, окей. Давайте сбегаем на аренку. Давно я уже на арену не забегал. А, нам еще надо одну. Давайте добьем. А, покажу вам еще одну тему. Она попозже тоже открывается в следующих чаптерах. Так, давайте попробуем так. Бога и его. Я надеюсь, он успеет зарядиться, чтобы мы скин включили. Думаю, да. Сейчас заодно и посмотрим. Ну, такое что-то. Бугрома там зафигачил. В общем, он реально будет хорош. На волнах. На волнах, на фарм-локациях. Благодаря своему скиллу против зданий. Неплохо. Ну, на добивку зданий, не знаю, может там, когда будет выше левел, там он будет получше тащить. Такс. Вот видите, по 640 все получили. Надо, короче, дофига фармить. Так, окей, есть вот такая вот челлендж, отсюда можно собирать этого героя, то есть это тоже еще один бездонатная возможность, еще одна. Тут вам ничего такого не дадут, тут вы просто чисто проходите противников. Ну, вот он включился. Ну, вроде как бы, смотрите, зона действия скилла нормальная. И вот таким вот образом вы собираете дополнительные награды и получите потом дополнительные плюхи. Вот, допустим, у меня сейчас не увидел.
Вот пропуск 45 минут за 4 победы, потом 4 осколка и 2 осколка по 8 побед. То есть таким образом 8 раз сбегали и получили плюхи. Давайте сбегаем на арену. Давно я уже там не сидел. Посмотрим. Последний аккаунт, который мне попадался, это был лям 600. Вот, там были 45-е, но я его все равно слил. В принципе, я сейчас подкачал немножко героев. По идее, должен и сейчас. Вот. Джимми. Лям 700 уже. Нормальные такие боты. Тут, наверное, сейчас 50-е левела будут. Так, этого убираем. Друид у нас стоит. Так, мы можем еще поставить. Сделаем вот такой вот вариант. Поехали сливаться. 45-я левела. Ну, в принципе, мы его должны, по идее, вынести, если быстро сейчас зарядимся. Может, еще и на нового героя посмотрим здесь. Так, первый наш. Второй наш. Минус. Не успел. Короче, жестко. Тут жестко, ребят. Давай, 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 друид, блин. Тут реально тащит шапка, ребят. Так, чтобы вы понимали, она реально вытаскивает весь фактически дамаг. Так, отлично. Друида сейчас у нас сольют. Успели мы. Так, щит успели поставить. Шапка, давай, 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 давай. Вот красавица просто. Посмотрите, что она чудит. Это Андриэл какой-то. Так, тихо, ша. Вражеская шапка летит. 45-я. Там вражеская шапка сейчас нас может просто унизить, если она зарядится. Мы ее жахнем первыми. Отлично. Все, добавляем. Вот таким вот образом, как видите. Нифига себе, у меня тут гарнизонов можно добавлять. Прикольно. В общем, так вот, ребят. Так и качаемся, так и живем. Не знаю, надо будет потом этого героя докачать вулкана, посмотреть на него, что он может и представляет из себя. Но можно его собрать с магазина. Конечно, он с другими героями. Тут вообще ни один герой не сравнивается с другим. У каждого свои какие-то преимущества есть. Но мне он нравится тем, что он реально будет считать юнитов. А на волнах, не знаю, не помню, какая у меня тут раста. По рангам. Надо будет, кстати, топ здесь забрать обратно. Надо очень много фармить в этой игре. Так, а ну-ка давайте по волнам. Какая у меня тут раста? А, есть. Отлично. Сейчас я вам покажу, ребятушки, как я фармлю волны. Там у меня должна обновиться одна попытка. Отлично. Вот у меня первый ранг. За 80. Сейчас у нас 78. Сейчас попробуем 79-ю зафармить. Ну, кто досмотрит этот видос до конца, тот будет знать, как собирать. Тут есть нюансы некоторые. Я запилю вам отдельный видос по поводу прохождения, по поводу расты. Я зафармил так много, там у меня есть, ну, в общем, есть пару нюансов. Я очень много фармил и сливался даже на 50-й волне. Потом я немножко перестроился и стало полегче. Даже с моими героями я сливался очень быстро, как ни странно.
Ну, тут шапка однозначно Ванда. На сегодня она самая такая жесткая. Так, тут у нас авто стоит. Авто надо убирать. Не надо тут никакие особо расты. Есть очень много нюансов. О них мы поговорим чуть-чуть попозже. В плане волн. В общем, в волнах ничего сложного нет. Скажем так, это не битва замков. Здесь надо правильные герои, правильная расстановка и немножко ловкости. В принципе, 79-ю сейчас и затащим, думаю. Вот так вот. 79-ю апнули. Уже отсюда плюхи неплохо дают. Потом у нас следующая 80-я, последняя. Перейдем на 81-ю. У нас пока, как видите, не все открыто. Открыто всего лишь 120. Попробуем их на этой неделе зафармить. Может, на выходных, если будет время. Так. Ну что, давайте попробуем еще одну попытку использовать. А вдруг пройдем? Да, конечно, пройдем. Должны. Это притормозило, не захотела нас пускать дальше. Тут вот у меня всегда первый Минотавр сливается. Тут ничего не спасает, блин. Дальше уже полегче, если выставить первую волну. Ну, есть нюансы, в общем. Я думаю, я вам засниму. Пишите в комментах, хотите ли вы отдельные видосы по прохождению волн, потому что без доната будет намного сложнее. И есть некоторые волны, на которых надо немножко помучиться. Ай-яй-яй-яй. Ай, не успел. Блин. Не успел. Сейчас мы, наверное, сольемся на 80-й. Сейчас нас тут вжарят по полной. Может, нормально пройдем. Посмотрим, как повезет, в общем. Четвертая волна, три героя, в принципе, если хватит заряда, то может и затащим. Блин, ну как это я так провтыкал опять, ну? Эх, наверное, не затащим. Жестко, в общем, сейчас будет. Хотя шапка заряжена, в принципе, она может стычки вынести. Нафиг босса. Сейчас посмотрим еще, какой тут босс у нас будет. Так, надо дождаться босса. Так, отлично, ниндзик. Изи. Изи катка, ребятушки. Вот эта шапочка тащит.
Реально, не зря она донатная такая. Вот так вот. Налегке проскочили. Уже 81-е пошли. Давайте заберем награды. Видите, потом награда будет у вас за прохождение уже следующее. Тут 116к, если мы сделаем пропуск. Вот такие вот, ребятушки, дела. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите уже следующих видосиков. Всем удачи, всем пока.